Выходных у россиян на этой неделе будет больше, целых три. 12 июня, День России, выпадает на пятницу, а это значит еще больше праздников, больше торжественных мероприятий и культурных событий. Как провести выходные с пользой и чем себя занять в праздник и просто выходной, расскажет наша постоянная рубрика «Культмас». Но помните, мальчики, осторожность не помешает, если что не так. После релиза третьей части франшизы работа над продолжением зависла более чем на 10 лет. Сегодня поклонники ликуют. Долгожданная премьера наконец-то вышла на большие экраны. На съемки потратили 150 миллионов долларов, в основном на мастерски сделаны CGI-эффекты. Даже если идти на данный фильм не в 3D-кинотеатр, все равно картинка, яркая и живая, позволит погрузиться в мир экранного действия с головой. А если вы понятия не имеете о сюжете ранних юрских периодов, можете быть спокойны. Никаких отсылок сценаристы к прошлым картинам не делают. Действие картины разворачивается через 22 года после событий триквела. Тысячи людей спешат увидеть мир юрского периода, но безопасное на первый взгляд развлечение может обернуться угрозой для всего человечества. Особенно, когда одна особь вырывается на свободу. Отпразднуем День России вместе. В пятницу 12 июня в 12 дня и взрослых, и детей приглашают на праздничную программу «К России с любовью» в сквер Амурского областного дома народного творчества. Выставка мотоциклов, шоу-программа от конно-спортивного клуба «Алюр» и, чтобы стало по-настоящему жарко, выступление театра огня «Одержимые». Благовещенцам и гостям города предложат почувствовать себя историческим персонажем или героем литературного произведения. В центре городского парка открыта площадка для фотосессии – балкон дома военного губернатора. Для любителей посмеяться – четвертый выпуск юмористического проекта «Резиденты». Кроме того, традиционные шотландские горские игры в килтах и живая кельтская музыка. Откроют летний сезон и первый open-air лета, бесплатные игры в пейнтбол и много интересного на открытом воздухе. А еще первый этап амурской дрифт-серии, много экстрима и положительных эмоций гарантировано.